С 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Проголосовать можно будет быстро и безопасно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В Карачаево-Черкесии активно ведется подготовка к проведению общероссийского голосования. Главный приоритет – безопасность жизни и здоровья граждан. Для этого будут приняты все необходимые меры. Представители общественных организаций отмечают, что гражданам дается редкая и очень важная миссия – принять участие в утверждении необходимых поправок в важном законодательном документе страны. И несмотря на сложную ситуацию с пандемией, для всех людей голосование будет безопасным. Мне во время голосования надо себя беречь, во-первых. И хорошо, что вот такое безопасное голосование позволяет, значит, вот, не спеша идти, прийти, обдуманно голосовать. Не просто там прийти, отметиться, там кинул, ушел. Ты, как человек, как гражданин, должен... выпадает тебе такая удача, что ты можешь принять участие в этом деле со своим мнением. Надо приходить голосовать. Но при этом не забывать, что здоровье – это важно. Досрочно желательно идти, когда людей мало, когда это самое. Ну, а если уже люди будут, извините, тогда в масках надо приходить обязательно. Обязательно не забудь там перчатки одеть. Ну, так, чтобы обезопасить себя, во-первых. Обезопасить себя, обезопасить уже и других. Поэтому это надо, это важный момент, это надо знать, конечно.